Всем привет! Мы решили сделать показ того, что мы купили девочкам в двух городах. Мы в Нижнем немного погуляли по магазинам. И в Костроме у нас получилось время. В Кинешме времени нет с детьми по магазинам ходить. В общем, что мы купили? Так, Лер, как будем? С какого начнем? Давай с обуви. Ее не надо никуда перекладывать. Так, значит, что мы купили? В детском мире мы купили вот такие туфельки. Так, вот, черные. Это Василиса себе выбрала такие туфельки. У нее ножка узкая. У Снежаны ножка пошире, подъемчик, поэтому ей вот такие понравились. Она сначала тоже захотела на каблучке, но потом, когда я ей говорю, одень, посмотришь, какие лучше, все, говорит, мне другие не надо. В общем, ей вот эти понравились. То есть она у меня уже научилась, раз ей хорошо на ножке, удобно, значит ей понравилось. А так она все на Василису смотрит, что Василиса, то и ей. Так, вот такие Лера себе выбрала в каре. Сегодня это мы в Костроме брали. Что хотим сказать, у нас в Кинешме в каре выбор больше, чем в Костроме. Но мы в Кинешме не успеваем, некогда, а тут у нас было время. Так, вот такие вот. Егорке взяли кеды. Туфли мы ему еще летом купили. Тоже, кстати, в каре брали. Кроссовки у него есть. И вот еще кеды на физкультуру взяли. Так, и вот Лера себе на физру тоже взяла вот такие вот тапочки. Так, с обувью все. Дальше, что у нас еще дальше по плану? Вот такая блузка. Лер, поднимешь ее? Это мы брали в Костроме. Магазин Орби. Ну, простая рубашечка. Сидит она так хорошо. Приталенная. Дальше. Вот такая вот. Мы ее видели в Нижнем, но Лера от нее прям вот отбрыкалась сначала. Не надо мне такую, с кружевом не надо. А в Костроме мы ее померили. Так, такая же. И ей понравилось. В общем, взяли такую. Но можно не поднимать ее, так видно. Она такой у нее искусственный материальчик. Тут кружево реснички, на рукавах тоже вот такое кружевце. Воротничок простой. Пуговки так немножечко с интересом. Сейчас. Вот. Стразик маленький на пуговке. Так, дальше. Это у нас спортмастер. В спортмастере мы Мишке взяли вот такую футболку. Дальше, потом, когда на кассе пробивали, нам кассир предложил еще футболочки по 99 рублей. Мы не устояли, Лера, раскрывай. Это девочкам. Взяли две одинаковые, вот такие вот. Ну, простенькие. И так ходить вместо маечек, и на физкультуру, может быть, пригодится. И Егорке костюм. Взяли самый маленький. У меня, у него есть два костюма спортивных, лежат, но они ему жутко велики. Я не знаю, что делать. В общем, купили мы третий костюм, и он ему тоже длинноват. Длину я только уберу. Вот такой. Кстати, костюм, а мы по ценам не говорим, да? Ну, я не знаю, цены как. Ну, вот костюм вот этот очень дешевый, он в 1000 нам обошелся. То есть, вот мы ходили, трико искали. В Glory Jeans, в Околе, если я правильно называю. Вот такая фирма. Акола, может быть. Может, я английский не учила, поэтому извините, если я неправильно говорю. Там трико стоило 999 рублей. Вот, такого качества, средненького. А тут костюмчик за 1000. Чего бы не взять. Так, вот Акола. Мы, значит, там что купили? Лера себе футболочку взяла. Лера, давай, а то я... Тень свою показываю. Вот такая простая футболочка, обычная. Ну, тут даже фирму напишили. Бирочку. И девчонкам нарядные блузки. Подними вот на стенку так. Сейчас я. Вот такие. Очень красивые. Нам понравились, как они на них смотрятся. Прям так, вроде из кружевца, но строго, красиво. Так, потом, что у нас идет?
Детский мир. Лера простую себе рубашечку такую взяла. Да, мы извиняемся, что все мятое. Мы только сейчас вот из пакета все, правда, достали. Это все нужно будет готовить. Девчонкам на каждый день мы взяли две рубашечки. Вот там на вешалке одна, Лер, ее поднимай. Вот такая вот. И у Снежи, и у Васи одинаковые. Убирай. Так. Это у нас три пары лосинок. Если разрешат на физкультуру, то на них, в них удобнее, чем в трико заниматься. Ну, обычные черные лосинки. Девчонкам и Лера себе взяла. Так, потом сарафанчик, Лера еще. Это Снежи сарафанчик. У них есть одинаковые сарафанчики. И еще у Василисы один новый был. И вот мы Снежи еще один новый взяли сарафанчик. Темно-серого цвета. Дальше Лера юбка. Юбку Лера себе взяла. Не знаю, но она синего цвета. Понравилась Лере синяя. И вот еще одну блузку мы нашли. Вы представляете, как трудно одеть девочек на каждый день. Вот мы прошлись по всему торговому центру. Даже дорогих-то блузок особо-то и нет. А уж дешевых вот, вот это вот средняя цена, да? Там почти 800 рублей. Ну, ни о чем. Ей цена 300 рублей, наверное. Вообще нет выбора. Может быть, летом было, я не знаю. Но вот мы весной ходили, и весной ничего не было. Мы, наверное, не попадаем. Так, и у нас еще осталось непоказанным. Ага, какой-то магазин с распродажами. Мы не знаем, как он называется. А, подожди, Лер. Это Детский мир еще. Это футболки. Они все по 99 рублей белого цвета. Лере, Мише, Егору и девчонкам. В общем, всем по футболкам. Так, вот у меня мелкие раскашлялись. Что делать будем, не знаю. На 1 сентября и начали болеть. Так, вот такая вот футболка ей понравилась. Она стоила 299 рублей. Или 199? 199, да, я вру, простите. 199 рублей. В общем, трикотажик хороший, прочный такой. И... свитерок ей понравился. Вот эту футболку мы купили в Костроме. А вот этот свитер в Нижнем. Не видно, что это мордашка кота. Там точно такие же свитеры. Да, это просто точно такой же магазин. С точно таким же ассортиментом. Один в один. Что в Нижнем, что в Костроме. Я так подозреваю, что и в других городах. Но не все там хорошего качества. Есть такие низкопробные вещи, и они вот, я почему-то их запомнила, они повторяются. И в том магазине они есть, и тут это ж какими тоннами к нам в Россию везут вот это вот, извините, Г, которое, ну я не знаю, кто купит. Это-то вот ничего еще, но у него и цена 800 рублей, у свитерочка. Он же акриловый, он, ну, что тут на 800 рублей стоить должно, нет? Не должно столько стоить. Но он симпатичный. Так, все мы показали, Лер. Все. Леру еще показать. А то все руки и руки. У Леры у нас сегодня день рождения. Да? Угу. Что мы тебе подарили? Скейт. Скейт. А Никита что тебе подарил? Вкусняшки. Целый пакет. Причем он уезжал же утром тоже. И он его спрятал под одеяло на Леркину кровать. И потом переживал, не взял ли кто из девчонок. Я говорю, ну, такого нет. Он говорит, ну, вот я за Мишу переживаю. Миша может взять из вредности. Нет, все на месте. Сейчас мы ему позвоним, что все в порядке. А Миша тебе что подарил? Он мне скачал игру. А, понятно. Которую я, думаю, хотела. Понятно все. В общем, вот так. Мы не показываем дни рождения ни Мишина. У Миши был 25 августа. Не Лерина, потому что так как мы только-только с отдыха приехали, и у нас нет кухни, мы, как вы знаете, перед гаражом кушаем. В общем, мы стесняемся снимать себя за столом в таком месте. Там есть как-то пара кадров, но, в общем, нет. Вот мы поставим кухню, и мы похвастаемся, да, Лер? Угу. Да. Кухню мы привезли, мы счастливы.
Из-за чего мы счастливы? На посудомоечной машине есть. Да. В общем, когда нам обсчитывали кухню, нам сказали, что посудомойку берите сразу у нас, чтобы она подходила. Мы посмотрели, цены, в принципе, ну, такие же, как и везде, в общем, мы согласились. Кухня у нас из Икеи. Так, ну все, мы уже тут вам на 10 минут наговорили. Всем пока, Лер. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.